А вы киту фонтан нарисуете? Он фонтаны пускает такие. А нужно встать на табуреточку, попросите кого-нибудь табуреточку. Самый маленький художник. Да, рулетку возьмите, пожалуйста. Старик, я живу, да? А что, тут краска-то не высохла еще? Сейчас придут пакеты, все, в отдельные пакеты просто, и все, заберем. А вот, вот эту и назад.
Медведя я рисовал вместе с Олесей.